Губернатор Алексей Русских штаб по комплексному развитию региона начал с хороших новостей. 31 января отмечают 130 лет со дня рождения нашего земляка Аркадия Пластова. В связи с юбилеем обсудили планы по благоустройству родных мест великого художника. В Корсунском районе планируют построить мини-гостиницу для начинающих художников. Наша с вами задача – беречь память о великом художнике, в том числе благоустраивать и заботиться о его малой родине, селе Преслониха Корсунского района, а также привлекать сюда как можно больше начинающих художников со всей страны и развивать туристический потенциал. На этой неделе Ульяновская область встретит делегацию из Беларуси во главе с премьер-министром республики Романом Головченко. Белоруссия для Ульяновской области важный и надежный партнер, особенно в актуальных экономических условиях. Цель визита – первые переговоры о сотрудничестве российского и белорусского авиапрома. Развитие авиационной отрасли в регионе остается одним из главных наших приоритетов, и формирование новых перспективных точек взаимодействия с нашими соседями может стать важным шагом в его поступательном возрождении. В Ульяновской области продолжают заключать социальные контракты с жителями региона. С 2021 года Ульяновск вошел в федеральную программу и получает господдержку. В этом году планируется заключить 4232 соцконтракта. В этом году нам выделяется 570 миллионов рублей, из них 460 миллионов – это федеральные денежные средства. Это на 82 миллиона больше, чем в прошлом году. Количество контрактов у нас не увеличится, но это связано с тем, что, вы знаете, в прошлом году у нас увеличили суммы по направлению социального контракта, такие как развитие индивидуальной предпринимательской деятельности. Сейчас 350 до 350 тысяч рублей выплачиваются. Это развитие личного подсобного хозяйства – 200 тысяч рублей. В регионе продолжает работу комиссия по повышению уровня заработной платы ульяновцев. В 2022 году было заключено около 3000 соглашений с работодателями по повышению уровня оплаты труда. Мы видим изменение поступлений по налогам доходы физические лица. По итогам года он составил почти 115%. Консолидированный бюджет Ульяновской области. В 2023 году эта работа будет продолжена, однако будет переформатирована. Комиссия по повышению оплаты труда будет расширена. Мы пригласили к работе органы прокуратуры, Федеральную службу социального страхования, Федеральную налоговую службу. В Ульяновской области продолжают следить за качеством работы управляющих компаний с помощью тайных проверок. Губернатор поручил очистить рынок от безответственных организаций, оставив только тех, кто работает качественно. Агентством за прошедший период проведено 9 инспекционных визитов. Из них 5 инспекционных визитов было проведено в городе Ульяновске, 2 в городе Дмитровграде, 2 в Ульяновской области. Выявленных нарушений в адрес 3 управляющих компаний города Ульяновска были выданы предостережения с короткими сроками устранения по некачественному содержанию придомовых тротуарных зон. На заседании также обсудили проблемы ЖКХ. Эта тема осталась в топе новостей на прошлой неделе. Крупная коммунальная авария произошла в Глотовке. Для ликвидации последствий пришлось привлечь сотрудников МЧС, специалистов из соседних регионов, десятки тепловых пушек. По словам министра ЖКХ и строительства Александра Черепана, ситуация в Глотовке – болевая точка на карте региона. Назрела необходимость строительства модульной котельной. На это требуется около 40 миллионов рублей. Алексей Русских подчеркнул, что к следующему отопительному сезону вопрос должен быть решен. В Ульяновской области также составят рейтинг поликлиник и больниц. На него повлияет качество и скорость ответов гражданам в соцсетях. Валентина Никонова, Герман Баранов, Ол Правда ТВ.